Скорей. Кто помогает маме убирать мы? Маленькая девочка. Будем подметать, убирать. Помощница. Контролирующие органы дома. Контролирующие органы. Смотрите, как вы линяете, девочки. Ужас какой. Каждый день можно убирать его. Да, сколько шерсти. Ай-яй-яй. Вот и видите. Девочки, три девочки. Оп-оп-оп. Зевс все-таки не так играет. Девки лучше знают, как убирать надо.